Facebook активно включилась в борьбу с дезинформацией относительно коронавируса, перенаправляя пользователей к авторитетным источникам данных. Убедить 2 миллиарда пользователей обращаться к достоверным источникам сразу вряд ли удастся, поэтому руководство Facebook предприняло в связи с этим ряд мер. Первый из них заключается в показе сообщений в ленте новостей пользователям, столкнувшимся с дезинформацией. Это означает, что пользователи, которые лайкали или комментировали фейковые новости о коронавирусе, увидят в своей ленте сообщений с авторитетными данными, например, от Всемирной организации здравоохранения. Вторая мера представлена появлением нового раздела в информационном центре COVID-19 Facebook под названием «Get the Facts». По сути, это список статей с подтвержденными фактами, которые опровергают популярные мифы о коронавирусе. Эти статьи обновляются каждую неделю и уже доступны в США. Атарух Ахмедов, CBC.